51-летний Леонид Агутин впервые в жизни посетил тату-салон. Популярный певец и его 20-летняя дочь Лиза украсили руки одинаковыми надписями. Музыкант недавно заявил, что вместе с 50-летней женой Анжеликой Варум и их наследницей решил сделать совместную татуировку. Артист уверен, что таким образом с родными появится еще одна нить, которая их свяжет. Агутин показал результат работы тату-мастера. Теперь на левых руках звезды и его дочери красуется одинаковая надпись, единственное отличие которой – шрифт. Дочка предложила сделать вместе тату. Слово «либерамента». Как музыкальный термин, с итальянского переводится «играть свободно». Теперь у нас общая отметина. Разным шрифтом, конечно, пояснил Леонид. Поклонники оценили поступок певца. Многие похвалили его за приобщение к молодежной культуре. Некоторые поинтересовались, почему Анжелика Варум не поддержала мужа и наследницу. А что мне нравится? Ненавязчиво, со вкусом и смыслом, лаконично. Круто. Вот это я понимаю, что эта семья у дочери круче шрифт. Папа поддержал дочуру, как это мило, на одной волне, классная, а мама отказалась от затеи. Красиво выглядит, вы молодец, что не испугались боли, модные, круто. Прокомментировали фолловеры. Лиза с детства живет в США. Девушка редко видится с родителями. Звездная дочь также занимается творчеством, играет на гитаре, пишет песни. После завершения учебы она создала рок-группу Without Gravity, без притяжения, с которой выступала на концертах в школах. У Леонида Агутина также есть еще одна дочь, Полина от первой жены Светланы Белых. Старшая наследница артиста 23 года, она живет во Франции вместе с матерью. Варум недавно разоткровенничалась о скандалах с супругом. Музыкант эмоционально высказался о второй половине. Анжелика призналась, что ее дочь подрабатывала официанткой в США.